Здравствуйте, в эфире программа «Разбор полетов». За всю историю человечества Олимпийские игры отменялись всего 3 раза из-за мировых войн. Токийская Олимпиада 2020 года имеет шансы стать 4-й из-за эпидемии коронавируса. Одновременно на другом конце земли американская экономика стоит на грани рецессии. Беспрецедентно всего за месяц фондовые биржи США 4 раза приостанавливали торги после обвала основных индексов. Распространение эпидемии по всему миру свидетельствует о том, насколько человечество уязвимо перед лицом природы. Надо помнить, что у нас только одна Земля, и мы все живем в одном мире. Никто не в силах справиться с глобальной катастрофой в одиночку. Это истина проста для понимания, ведь все новое – это хорошо забытое старое. Далее, по логике голливудских фильмов, должен появиться герой-одиночка, который в одночасье спасет весь мир. Но, увы, мы живем не в научной фантастике, и реальный мир зависит от каждого, вне зависимости от географического расположения, расы и вероисповедания или же личных убеждений. Наш мир – сообщество единой судьбы. Именно эта идея, сформулированная в разных вариантах, присутствовала практически в каждом выступлении лидеров G20, стала основополагающей на экстренном саммите Большой Двадцатки в видеоформате, посвященной борьбе с COVID-19. Сам механизм G20 – порождение финансового кризиса 2008 года. Это наглядное доказательство того, как можно влиять на глобальный кризис при помощи коллективной силы. Если же все страны прибегнут к мерам самоизоляции в надежде на то, что и волки будут сыты, и овцы целы, то желание разойдется с реальностью. Человечество уже заплатило за это высокую цену в 30-40-х годах прошлого века. Поддержание международного порядка должно быть фундаментом реализации странами собственных интересов, а распределение власти между ними должно осуществляться не силой, а с опорой на экономическую взаимозависимость. Человеческая цивилизация, имеющая тысячелетнюю историю, уже должна обладать мудростью и знанием, чтобы осознать это. Во времена Петра Великого в Европе считали, что интересы монарха и есть национальные интересы. Людовик XIV говорил в свое время, что государство – это я. Между государствами не существовало общих интересов, а международные отношения сводились к игре престолов. В конце концов, конфликты разрешались войной. Сегодня же с наступлением эпохи 5G коммуникационные системы по всему миру настолько взаимосвязаны, что любые локальные военные конфликты, стихийные бедствия или гуманитарный кризис в той или иной стране неизменно приведут к изменениям в конфигурации сил в глобальном масштабе. Напрашивается вывод, если хочешь развиваться сам, нужно, чтобы и другие жили хорошо. Оказание материальной помощи и отправка медбригад в Италию со стороны Китая и России ясно дало понять, что помощь ближнему – это помощь себе. Первое, что должен был сделать Ной, сойдя с ковчега после потопа, это построить мост, а не стену. Независимо от того, чем завершится эпидемия COVID-19, несомненно, одно – она коренным образом изменит наш мир. Это была программа «Разбор полетов». До свидания.